Привет, зритель. Не поверишь, 28 февраля я даже села писать мой уход. Я решила, что я в этот раз буду использовать то, чем я пользовалась в феврале более-менее часто. А не все, что надо, по идее, заюзать, потому что скоро срок годности или там еще какая-то требуха, или потому что вот, ну, тоже ими надо пользоваться. Поэтому вот ты тут видишь часть баррикады, я сейчас поставлю свой планшетик на свой этот самый, блин, как он там... Камин, который я обещала как-нибудь пожечь и поасмрить. Ну, как-нибудь я это сделаю. Короче говоря, у меня есть... А, я забыла про те штуки. Но я за весь месяц я использовала только одну масочку-тряпочку. Ты меня прости. Если я вдруг в марте буду юзать масочку-тряпочку, но при этом сейчас ее не обозрела, ну, значит, я в марте потом запишу, что в апреле я буду юзать еще и масочки-тряпочки. Короче говоря, из всех коробочек с патчами... Я юзала в основе только вот эти. Ты даже сейчас увидишь, что я их действительно юзала. Тут половина уже осталась. Это от подписчицы Кати, можно сказать, подарок на Новый год. Подробности можешь глянуть в предыдущем моем уходе насчет этих патчей. Ну и еще есть в инфобоксе ссылочка на мою страницу на рекоменд, где я снова пишу отзывы с конца апреля прошлого года, и там есть отзыв на эти патчи. Очень хорошие. Я их иногда, по большей части, я их использовала. Тут он еще эта фигня. Пинцетик такой. Утром просыпаюсь, умываю физиономию, не обязательно с пенкой, просто умываю, чтобы смыть всякую фигню с глаз, там гной какой-нибудь, хренотень неведомая. И вот глаза у меня утро в пьяное утро в китайском портале. Я фигах эти штучки и лежу с ними. И мне от них кайфово. В общем, вот эти вот патчи китайские от Фео и хрен знает, как фирма называется, увлажняющие патчи с османтусом, мне будут использоваться в марте. У меня есть кое-что, но я еще за ним не съездила. И оно будет отдельным обзором. Уж, пардон. Я просто подумала, что лучше я сейчас вот это запишу, чем более-менее при свете искусственном. Потому что у нас там на улице черт знает что. Чем я это, как бы, по крайней мере, успею это сделать и, может быть, даже успею смонтировать. Вот этот гель для душа, не смотри, что дозатор от другого места. Но этот дозатор тоже от какого-то эйвоновского жидкого мыла. По-моему, в прошлом году мне подписчица Лёлечка дарила огромную посылку со всякой мыльно-рыбной хренотенью. Это Avon Senses. Тропическое путешествие, гель для душа с ароматом манго и франджипани. С натуральными экстрактами, упаковка подходит для переработки, 250 мл, бла-бла-бла. Короче, я его использую как жидкое мыло, ну и как гель для душа. Удобно вот. И он когда так, когда сак. У меня где-то есть два маленьких дракончика, но что-то вот в середине февраля я перешла на... Мне удобнее стало использовать то, что как жидкое мыло. У меня там есть еще остатки какого-то недомыла и в каком-то там флакончике из-под тоже жидкого мыла, тоже от Лёлечки в дом Фаберлик. Я туда что-то залила, но я не стала его доставить, потому что там флакончик от одного, внутренность вообще от другого. В общем, он у меня будет как гель для душа и как жидкое мыло. Кусковое мыло у меня пока не идет. Ох, спасибо любопытной мне. У меня тут один я подарила родственникам, а три оставила себе. Короче, ну, вот у меня пока в использовании вот этот, закончится другие два, доделаю. Это лесной бальзам, Total Complex, защита от бактерий, плюс свежесть, минеральная лы морской соли, 95% налета, уничтожающая. Таежная ягода с витамином С и маслом мяты. Мне очень понравилось. Вообще, слушай, зрители, если тебе интересно, глянь, я, наверное, шортс выкладывала на канал. А еще я ВКонтакте что-то выкладывала, постик, там еще какую-то сторис осилила внезапно. Ну, короче, я не знаю, куда эти сторис сохраняются, не сохраняются. Для меня ВКонтакт это еще такой гиблый лес, еще более гиблый, чем телега или еще что-то. Ну, не суть важно. У нас же обзор ухода моего на март. Короче говоря, у нас тут двое суток отрубали воду. Может быть, если бы я встала пораньше, я бы успела это все сделать, но я встала попозже вчера. И он меня очень выручил, потому что воды нет, а зубы надо как-то чистить. А я еще и запас-то воды особо не сделала, потому что не знала, что воды не будет. Точнее, запас воды я уже делала так. Чуть-чуть пришлось потом в магазине еще воду питьевую покупать. О чем можешь глянуть в разделе сообщества или пост в инсте. Так вот, вот эта штука меня очень выручила. Один глоточек прополоскал ротик, все ништяк. Практически будто зубной пастой попользовался. Хорошая штука. Она у меня будет использоваться в марте. Вот эта хренотень до сих пор еще жива.
Она дофига экономичная оказалась. Я думала, что 200 миллилитров, ну что эти 200 миллилитров за месяц уйдут, но еще не ушли. Это Collection Aminos GCON. И, в общем, гель для деликатной ежедневной интимной гигиены. Для женщин. Не знаю, может, для мужиков тоже подходит. Попробуйте, если что. Хороший, короче, гелик. Покупала его тогда на Вайтберис. Есть отзыв на Арик на него. В общем, он мне будет снова юзаться. Не везет мне что-то с пеной для ванны. Я второй месяц пытаюсь принять ванну. Сегодня опять отрубили воду. Ну, там авария какая-то случилась. Знаете, мне вообще так нравится это. Каждый год примерно в одном и том же месте прорывают зимой трубу. Нет бы сделать нормально уже как-то трубу. Вот я уже 6 лет скоро будет, как я тут живу. 14 апреля будет 6 лет, как я здесь живу. И ВОЗ и ныне там. Ну, опустим это все. Короче, я вчера собиралась принять ванну. За день до этого специально там все вымыла, вычистила, бла-бла-бла. Сделаю себе ванну. Просыпаюсь, воды нет. Сегодня... Вчера вроде как дали эту воду, думаю, наверное, дали, все нормально, нифига. На всякий случай набрала воды, хорошо, что набрала воды, потому что просыпаюсь, опять воды нет. Сейчас вроде ее как бы дали, но там как-то не... Мне кажется, 300 лет, чтобы эту воду набрать. Короче, пена, сладкие сны от Эйвон, тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Она у меня будет, надеюсь, использоваться в марте полноценно, потому что пару раз я ее делала чисто как тазик для ног, подержать ножки, вот немножко так добавляла, и очень вкусно пахнет. Насчет сладких снов не уверена, потому что это унисексовый аромат для меня, немножко риснуаром отдает, и он как бы, ну, не способствует, но скорее бодрит. У меня тут два кремика, ну, ты, наверное, не помню, я делала отдельную, наверное, распаковку на это вот. Можно, конечно, в телефоне полазать, но мне еще надо успеть кучу всего и это записать, и при свете дня дойти до Вайтберис. Короче, у меня тут крем для лица, он как бы дневной и ночной. Я отдельно потом на это все на Арике оставлю отзывы, если интересно, гляньте потом, ну, почитаете. Хотела записать отдельное видео, но подумала, что лучше это сделать в уходе. Может быть, отдельное видео, я потом запишу такое хейтерское видео для одного средства, которое здесь не есть. Если вы смотрели распаковку, то там было 4, а у меня в руках только... У меня здесь только 3. Короче, это Selfie Lab серия Zen. Суперфуд энергия натуральная маття. Экстра увлажняющий крем для лица день и ночь. Действительно очень классный кремик. И я его, ну, сейчас в основном использую вечером, хотя сегодня уже мазалась. Правда, у меня день был где-то в районе 2 часов дня. Утро началось. 45 мл, очень экономично, быстро впитывается. Обалденно, чем-то таким знакомым пахнет, не могу понять чем. Вот сейчас кажется, что сушеным виноградом кишмыш. Вот, только сейчас поняла, чем пахнет. И иногда он утром жирноват. Я вот его чуть-чуть тонким слоем наношу на лицо, на кожу лица. Он быстро впитывается, никакого липкого эффекта, еще что-то. Но иногда его прям ощущаю, я понимаю, что вот он на ночь нормально. А иногда вот, если, допустим, более тепло, чем обычно, то он, ну, тяжеловат. И на лето он вряд ли подойдет, если у вас, допустим, смешанная кожа, как у меня, сухие щеки, зона Т жирная. Вот такой кремик, очень классный. Тут же кремик, не сказать, что вау, супер классный, Selfie Lab, Zen, Superfood, натуральная маття, гель-бустер для кожи вокруг глаз и носогубной зоны. Я его покупала в основном, выбирала чисто, вот мне интересно было, ну, уберет ли у меня эти морщинки, когда я ни хрена не сплю, и у меня вот тут вот эти... То, что называют гусиными лапками. До них, конечно, еще далеко, но они там как бы есть. Я расширюсь, и вот здесь тоже. Что-то такое, типа морщинок. Ну и что, короче говоря. Нифига он ничего не убирает. Но он вполне себе неплохо увлажняет кожу. Единственное, что иногда пощипывало кожу и вот это, от этого и от этого. Но это чисто, когда она супер такая сухая была или после пенки. Пенка, вот пенки была отдельная ода в Инстаграм. Не поленитесь включить VPN, если вы даже не подписаны на меня. Там, наверное, можно как бы по нику I will forever найти этот самый, этот мой Инстаграм, и там этот постик есть. Вот как раз этой пенки. Ну, я еще отзыв я отдельно напишу на Арике. Чего уж. Он, кстати, 3 сентября создан этот кремик, до сентября 25-го, боже, сентября прошлого года. Короче, неплохой кремик, но никакого чуда он не сделает, просто неплохой увлажняющий кремик. Иногда я использую вот этот кремик китайский, который мне шел в подарок за заказ на мой единственный заказ на бьюти-патчах. У него здесь роликовые такие,
Ну, короче, ролики, мне он очень нравится, такой охлаждающий эффект от него идет. Я иногда забываю, что я вроде как хотела этим пользоваться только. И пользуюсь утром вот таким вот. Ну, в основном им вечером, этим утром. Очень классный эффект. Он, я почитала, на Wildberries тоже продается, что-то вообще бюджетно, что-то не меньше ли 200 рублей, тут 30, 20 грамм, а здесь 15. И суть такая, что он якобы для тех, кому за 35+, и он убирает морщины. Не знаю, что он там убирает, может, надо регулярно так конкретно им пользоваться, потому что я им летом одно время пользовалась, потом забыла про него. И сейчас я пользуюсь в основном утром. Мне нравится чисто эффект вот охлаждающий от этих роликов. И он просто увлажняет хорошо кожу. Из этой же темы Selfie Lab тоник освежает, увлажняет, укрепляет иммунитет кожи для нормальной и сухой кожи. Очень классный. Вот благодаря этому, вот этому и вот этому у меня кожа действительно стала более лучше. Но до этого была тут что-то прям вот сухая-сухая прям. Такое. Я забыла даже, что у меня когда-то было такое, еще особенно на сессии в Ярике побываешь неделю да, или даже пару дней, приезжаешь в Углич, оно вот так кусочками отваливается. И мне что-то склинило, что это надо скрабировать, а потом вспомнила, блин, она же сухая, что тут скрабировать, тут надо увлажнять. Так вот, благодаря вот этому, где-то практически месяц я ими пользуюсь, практически регулярно, и оно действительно хорошо увлажняет кожу. Ну, в общем, отдельный отзыв, просто гляньте, я тут сегодня пофоткала, и он, ну, в принципе, можно сказать, экономичный. Тут у меня половина осталась, я его где-то месяц, наверное, юзала. Он у меня будет дальше использоваться, он будет в пустых баночках. Иногда, когда я понимала, что вот этим вот прям наношу, я чувствую, что он не жирный он. Прям вот чересчур, прям ощущаешь, что на лице я умывалась и наносила вот этот алоэ гель, увлажняющий для лица и тела, интенсивное увлажнение, соком алоэ, в общем, я самая, который сам по себе дохрена липкий. Но увлажняет он хорошо. Тут у меня дальше пойдет. У меня же есть остатки былой роскоши Libre Derm, гель для душа, серии Церафавит Атопик. Я тут забыла совсем про него, ткнулась в шкаф, смотрю, он у меня еще есть. Я решила, что он у меня также будет, как гель для душа, вот этот, доделываться, ну, использовать я его буду в марте. Либо этим, либо тем пользоваться. У меня тут есть замечательный тоник, вообще новинка для меня, Don't Touch My Skin, с ахокислотами или анакислотами, хрен его знает. Вот надо его сегодня вечером использовать, его либо утром, либо вечером надо наносить после умывания, перед основным уходом, 2-3 раза в неделю. Есть отзыв на него, за который меня похейтили на Арике. Ну, знаете, вот иногда на Арике пишут вам, вот, как на стихах раньше, ты напишешь отзыв кому-то, и тебе должны отписать отзыв за это. В общем, ну, кто-то ко мне тыркается, что-то мне комментит. Если у меня есть настроение, я тыркаюсь человеку, если мне нравится какой-то отзыв у него, вот так в ленте гляну, ой, что-то зацепило, надо глянуть, что за отзыв. Я как бы человеку отвечаю. Но по большей части я не отвечаю. Мне просто либо некогда, либо ну как-то это. Ну, написали коммент, спасибо. Я как бы никого ж не заставляю писать коммент. Да и там до меня одна баба докопалась, у которой морда лица выбелена просто писец, который у меня, я не знаю, она, не она меня хейтила на ариковских группах анонимно за мой канал. Правда, полностью название не написала, еще мою фамилию переврала. Она, не знаю, или... Правда, потом исправила. Ну, я все думала, когда же уже притащат меня в группу Арика анонимусы за мои отзывы. Одна до меня докопалась, что у меня, значит, фотка губ неправильная. Ну, знаете, помада под цвет губ и мой цвет лица как бы... Ну, кожа у меня не белая, кожа у меня смуглая. Что сделаешь, извините. Не все должны быть с кожей лица белой. Короче говоря, меня там какая-то баба похейтила, у которой чисто вот по ленте отзывов такое ощущение, что там одни и те же вот фотки лица. Сделала 100-500 фоток за одну неделю, за один день на разные отзывы и нахреначила. И вот она что-то меня хейтила, хейтила, что у меня морда, значит, не такая, что тоник мне не подходит, т.д. и т.п. Но когда у меня белая кожа лица, я лежу в обмороке. А когда у меня розовая, я в нормальном состоянии. А вот когда она очень красная, значит, я скоро упаду в обморок. Так что тоник очень хороший. У меня кожа смешанного типа, для меня это была новинка, вот чисто отшелушивающий тоник, что его как бы наносишь, но не смываешь. Очень классный, мне понравился. Его, конечно, хейтили, что он, значит, такой бюджетный, но, как я поняла, просто кому-то хотелось, но не получилось. Но не суть важно. Хороший тоник. Это как мне какая-то девушка писала под шортсом, что, значит, этот гелик и базе,
типа это супер, ну, сравнивала, что кто-то может себе позволить гели купить, а кто-то нет. Я не понимаю таких людей, если вы себя узнали и хотите похейтить меня в комментах, в путь. Сделайте дуть на канале. Я к тому, что, ну, как-то странно высмеивать чужое финансовое положение. Потому что у меня была подружка, которая могла себе позволить помыться только мылом. А вот на гелик для душа, причем самым дешевым мылом, рублей за 20, на гелик для душа у нее не было денег на тот момент жизни. Короче, у меня тут еще немножко осталось. Я думала, оно будет в пустых баночках, но тут еще немного есть. Это сыворотка номер 35 от фирмы «Два доктора». Для роста волос с красным перцем и витамином ПП. Очень такая жгучая сыворотка. Ее надо носить на волосы, хоть меня хейтила какая-то бабень в инсте, что я совсем неправильно ее наношу, что она сушит волосы и так далее. Не знаю уж, что ей там не понравилось, но, во-первых, это надо носить на волосы сухие либо влажные и не смывать. Во-вторых, ну, массировать, то все, оно жжется. Ну, как бы перец. У меня была когда-то маска «Русское поле» с перцем, очень классная, но давно ее нигде не видела. И она тоже вот такой эффект был. Короче говоря, когда я наносила ее, он вроде волосы уже высохли, я потом одевала шапку и уходила на улицу, шапка шерстяная, мне такой этот, баня паровая была, блин, там. Короче, хорошая штука, у меня действительно перестали выпадать волосы клочьями. Хотя мне сегодня пришлось помыть голову немного другим шампунем, и штук 5 волос у себя на руке обнаружила. Я заказала себе шампунь, бальзам и зубную пасту царские грязи, но они вот я их еще не забрала. Зубную пасту просто про запас. А шампунь и бальзам от выпадения у меня как? Сейчас-то уже зажило. Мне периодически кошка оставляет свои, ну, считает, что мою руку надо погрызть, либо поцарапать до крови. А с этим шампунем лучше не прикасаться раненой кожей, ну, он и так-то дерет, а тут вообще. И вот мне приходилось заменять этот шампунь несколько раз разными другими шампунями. Сейчас-то вот оно зажило. И я решила заказать, что в принципе себе какой-то шампунь еще от выпадения на случай, если вдруг у меня опять случится вот такая фигня, чтобы не быть рандомно чем-то, а вот именно хотя бы похожим по тематике в этом плане. Шампунь для роста волос, разогревающий красный перец плюс никотиновая кислота. Тоже от два доктора, вот покупала их вместе в паре. Писала на них отзывы на Арике, есть видео отдельное на них, интересно, гляньте. В общем, хорошая вещь. Конечно, тут надо 3 месяца пользоваться и тем, и другим, что, прежде чем появится эффект нововыросших волос. Но вот выпадание такое, как у меня было до них последние 3 месяца, до вот этого использования, у меня уже такого нет, что сидишь, из тебя волосы прям летят. Хорошая вещь. Единственное, что оно действительно жжется, ну и там надо приноровиться. Потому что оно после мытья попадает на лицо. И лицо надо умывать обязательно с пенкой, иначе что-то где-то попадет. Случайно почесал голову, руку, я вот так люблю сидеть, подпирать. Если там была вот эта сыворотка и забыл, что про это, а потом коснешься лица или еще что-то, это будет прям такое жжение везде. Внезапно мне очень зашел вот этот спрей. У меня, конечно, было 2 спрея, но второй подарила сестре, потому что я как бы, ну, оба там после вскрытия живут вот этот 6 месяцев. Тот, по-моему, 12. Но я поняла, что вот этот мне больше сейчас нравится, удобнее им пользоваться. И как бы тот, я подумала, что у меня? Они стоят, место занимают, спросила сестру, она, оказывается, постоянно пользуется спреями для волос, для расчесывания. И он ушел туда, этот Сэмель. А это спрей для волос 21 базе. Хороший, в общем. И я его использую, в общем, потому что от этого шампуня волосы очень спутываются. Он, кстати, настолько экономичный, я только сейчас увидела, он до столько еще, до сюда только заюзался, очень маленький очень маленькая капля нужна, чтобы волосы промыть, хорошо пенится, все такое. Короче, я сначала им мою волосы, потом прыскаю вот этим уже на высушенные полотенцем, расчесываю, и после этого уже наношу вот эту сыворотку, потому что сыворотка тоже не дает варианта расчесать волосы, они спутанные. Смысл раздирать волосы, если я как бы пользуюсь, чтобы у меня не выпадало лишнего. Вот этот бальзамчик я буду использовать. У меня закончился и Фрашевский, вот в пустых баночках. Это LB Silk, очень классный, хороший бальзамчик, он с маслами и восками, тут воск жасмина, он пахнет жасмином, когда наносишь на губы, вот прям ощущаешь жасмин. И на улице, если холодно, и так, что-то я тут его выдвинула, он никуда не уходит.
На улице, если выхожу и довольно холодно, то я прям на себе ощущаю этот жасмин. Обалденно вообще вкусно пахнет. У меня раньше были духи Фрашевские, Секрет де Санс, жасмин, но у меня теперь осталось из всего этого только, по-моему, нероли. В общем, хороший бальзамчик, вот что-то около 200 рублей. Вот этот кремик у меня от Светочки, подарок Мэри Кит. Я его иногда использовала вместо вот этого кремика, который я показывала, потому что он более легкий, чем Selfie Lab. Ну и у него скоро заканчивается срок годности, я решила его тоже вот как бы доделать, чтобы он потом был в пустых баночках Марта. Тут немножко уже осталось, а вот эта сыворотка, я не помню, делала я отдельный обзор или нет. Но я ее, у меня была другая сыворотка, которая была в пустых баночках, и я про нее потом отдельно расскажу. И даже, наверное, пост в Инсте тоже напишу, потому что в прошлый раз я делала пост в Инсте пустых баночек, и там люди как бы сказали, что да, это интересно делать отдельный пост в Инстаграм. Может, не все туда выложу, но вот как бы вот. Это Гетокс, русская, кстати, фирма, с витамин С и серум ниацид, чего-то там, чего-то там. Сыворотка увлажняющая для лица с витамином С. Очень классная, она не менее... Она увлажняет практически вот умывалку, потом тоник и ее. И иногда вот прям не надо даже крема увлажняющего, чисто она. Тут такая интересная, кстати, пипетка. Но сегодня я ее не использовала. Вот. Она мне похожа по действию на Лалиф. У них такая же сыворотка была с увлажняющей. Очень классная штука, мне очень понравилась. Она довольно бюджетно стоит. И вот, допустим, у меня был сыворотка для увлажняющая сыворотка с голубой наклеечкой от Skin Probiotic за чёрт знает сколько денег, и вот это лучше. У меня тут, ну, немножко осталось, еще есть такая же баночка, может, я и тут тоже доделаю в марте. Это подарок от Полиночки, Organic Kitchen, шлейф из звёзд, крем-духи для тела с органической жасмином, мускатная роза. Я его использую как... крем для тела, как крем для ног. Вот у меня на этот месяц был крем для ног, он был в пустых баночках от Avon, от Лёлечки, а вот этот буду использовать бочоночек уже, как, скорее всего, как крем для ног, ну и как крем для тела после душа. Вот это счастье, оно каждый раз вообще используется, каждый месяц, но не всегда бывает в уходе. Это Kailash Jivan, большой бочоночек, 120 грамм, универсальное средство. Помогает, если вы пришли куда-то, где курят, а у вас конъюнктивит на это. Помогает. Помогает быстрее заживить раночки. Ой, у меня там кремик один, но, по-моему, он тоже будет в пустых баночках, там совсем чуть-чуть, тоже от, по-моему, от одного производителя. Такой вот, на Арике я писала отзыв, а у кого-то он даже назывался в отзыве как крем фотошоп, потому что реально, он так же, как Kailash Jivan, помогает буквально за 5 дней, он мне помог заживить шрамик, который остался от кошки, процарапала, хорошо увлажняет руки, но он был в уходе на этот месяц, кому интересно, гляньте, просто пересмотрите, если уже смотрели, либо еще не смотрели обзоры. Я вот хотела его взять, и сейчас только вспомнила, что он у меня там, но он действительно там буквально на 3-4 применения осталось. Вот это зубная паста, очень экономичная, ЛБСил. Правда, я пользовалась еще и с углем, но в основе решила сейчас пока использовать эту. ЛБСил, зубная паста с мятой. Той же фирмы, что и бальзамчик. Тут у меня самопальный дезик спрей с эфирным маслом мяты. Ой-ой-ой, упало. Вот это вот. Ботавика с пенка. Я ее сейчас использую. Тут может, ну, она довольно экономичная, тут где-то половина еще. Вот это забыла показать. У меня гель для душа закончился, он в пустых баночках. Шампунь я отдала подружке, потому что, ну, что-то так разговорились. Я поняла, что я сейчас пока буду использовать шампунь от выпадения. Хоть там вроде 12 месяцев после вскрытия, но я его, вот бальзам себе оставила, я приноровилась, я сначала мою шампунем, потом вот этим бальзамом, но все равно надо использовать спрей, потому что не везде волосы остаются немножко спутанными. Очень хороший бальзамчик.
Ну и что, у меня тут еще две вещи осталось. А шампунь просто, мы как-то с ней разговаривали, что-то я ей говорила, и она, как бы, я говорю, ну хочешь, я тебе отдам? Она, я говорю, сейчас пользоваться раз в день. Я говорю, я сейчас каждый день пользуюсь. Ну, в общем, я подумала, я попробовала, думаю, что она... Она, точнее, даже его увидела, я так поняла, заинтересовалась. Я думаю, ну, хочет человек попробовать, почему бы нет. Если что, она не против того, что я его до этого юзала. Короче, я как-то поняла, что я сейчас использую в основном вот эту мицеллярку для смывания всего вот этого с губ. Ну, в смысле, помады суперстойкая, либо не очень стойкая. Сейчас на мне, кстати, помада Avon красная. Я не помню, кто дарил, но, скорее всего, наверное, подписчица Лёлечка, потому что, по-моему, помада Avon у меня в основном от нее. Если не сама покупала, то она. Это мицеллярка от Аминос, мицеллярная вода для чувствительной кожи. Ну, очень классная, хорошая мицеллярка. По-моему, я делала тоже на нее шортс. Даже в Инсте он что-то около 1000 просмотров набрал, несмотря на то, что у меня на вас всего лишь 359 человек. Я решила пока ее использовать. Сливки, конечно, я пользовала, но в основном ее. И последнее средство у меня из ухода. Я надеюсь, тут ничего не забыла в этот раз. Битекс, роскошный уход, отшелушивающий скраб для лица и губ, розовая магнолия и протеины кашемира, нежная текстура, изысканный аромат, я хочу его, на него сделать отзыв на Алик, тут 50 мл, 6 месяцев после вскрытия, очень классный, он мне очень понравился, это подарок от подписчицы Леночки из Франции. Приятная текстура, хоть и крупные частички, но частички тут не такие, как бы... Ну вот, допустим, у меня был скраб от Swiss Image, и там были крупные частички какие-то искусственные, а тут, видимо, все-таки это сахарные частички, уж не знаю, так или нет, но он очень мне понравился, он хорошо скрабирует, приятный аромат, кожа прям скрипит, чистая такая, и практически не стянутая после умывания, очень мне понравился, спасибо, Леночка, я им с удовольствием буду пользоваться, собственно, следующий месяц. В общем, вот такой у меня уход на март. Вроде я ничего не забыла. Какая я симпатичная, смотрю на себя. Если вы чем-то подобным пользовались, либо что-то хотите мне посоветовать, можете написать в комментариях. Если это будет без хейта, я поставлю вам сердечко. Хочу сказать вот что. И хоть я снова, ну, года три назад всех разбанила и забанила только одного человека, я схожусь к тому, что есть люди, которые вот приходят на канал чисто с уверенностью, что блогер придурок. И этот блогер-придурок им что-то должен доказать. Теперь я буду делать так. Если пришел ко мне человек и начинает меня обсирать и какое-то говно мне толкать, что я не я со всех сторон плохая, я этого человека не буду проводить опрос у зрителей, удалить или нет. Я его буду банить, либо удалять комментарий. Я к тому, что люди, ну, вы когда в гости приходите, вы же ноги вытираете. Так вот, всем добра, если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Мне было очень приятно почитать комментарии от некого зрителя, который написал вчера три коммента, а потом их почему-то удалил. Они были где-то на экране. Спасибо за идею, не помню, кому из зрителей, кто сказал, что почему я тут только хейтерские комменты выделяю. Надо выделять положительные. И я не знаю, Ульяна, будешь ты против или нет, но... Твой охренительный комментарий, который ты вчера оставила, когда я делала тайпу. Люблю таких зрителей, которые реально понимают, что блогер, в принципе, ничего никому не должен. Я тоже оставлю на экране, просто потому, что он очень погрел мне душу. Очень хороший комментарий. И как бы, если я что-то кому-то обещала, но все еще никак не запишу, можете мне напомнить. Я помню про видео вопросов-ответов. Я постараюсь на e-mail собрать эти вопросы. Скриншоты, чтобы мне было откуда читать их и отвечать, соответственно, на вопросы. Но если есть какие-то запросы, которые, допустим, вы летом, возможно, задавали, я все никак не запишу. Можете мне напомнить в комментариях, я не кусаюсь, но и суть того, что я могла просто забыть. Ну, если вы осилили до конца, то вам спасибо и добра, ну и пока!